Такая радостная очень встреча состоялась с новым изданием «Стихи, когда отправляешься в путь». И видишь это оформление, такой восторг того, что уже немножечко знакомо, то, что ты видишь. Вот эти яркие, праздничные, сказочные цвета, которые представлены в творческом комплексе «Исток», наверное, подсказывают то, что это как продолжение. И имя стихов, когда отправляешься в путь, сразу и «Элегия любви», да, и одновременно вспоминается фильм «Влечение вечных сердец» с видеотекстом, вот эти сияющие звездочки, и так созвучно, да, и этот видеотекст, он рассказывает о таком вечном пути, и там даже кадры такие идут, как от вечера к утру этот путь идет, и вот здесь можно словно познакомиться дальше с этим удивительным, сказочным путем. И благодаря этой открытке можно услышать стихи в авторском исполнении. Интересно, так написано не тоже по-сказочному. Такой шрифт, словно музыкальный. В нем такие буквы заглавные с необычным знаком. Интересно услышать очень эти стихи. Вот слова звучать в унисон с вечным. Словно разговор идет вообще о музыке. И творческий комплекс, который открывается этими стихами, он как раз дарит нам встречи с образными мелодиями. Такой путь, на самом деле, солнечный, очень сияющий, очень вдохновляющий. И стихи, когда слушаешь, то такое ощущение, что все внутри направляется вот к такому самому-самому прекрасному, вдохновляющему, радующему и светлому.